Оставить 6% или снизить до 2%? Эту непростую задачу предстоит решить всем будущим пенсионерам, тем, кто родился после 1966 года. С этого года меняется порядок формирования пенсии. Гражданам предоставляется право выбора не только в том, куда направлять накопительную часть, но и какой она должна быть. Роман Марьяненко пытался разобраться в непростой пенсионной арифметике. Хотела бы знать, где находятся мои пенсионные накопления и как бы, что с ними будет с 2014 года. Юлия Евгеньевна определяется, куда направить накопительную часть своей пенсии. Вариантов два – оставить ее в распоряжении государства или отдать в частный фонд. Сегодня это одна из немногочисленных посетительниц, кто проявил подобную инициативу. В настоящее время все управления территориального пенсионного фонда готовы к приему данных заявлений о смене тарифа. Пока у нас статистика такая, активность населения еще не высока. В стране решили реформировать пенсионную систему. Поменяется принцип формирования накопительной части. Гражданин по-прежнему может сам решить, куда направить эту часть и какой она должна быть. Либо максимально 6% от годового заработка, либо 2%. Разницу в 4% можно перевести в страховую часть. Эти деньги формируют пенсионный фонд и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Среди причин нового закона нехватка денег, признаются в пенсионном фонде. С одной стороны возьмем начисленные взносы, а со второй стороны мы возьмем количество пенсионеров и умножим на средний размер пенсии, абсолютно станет понятно, да, что вот равенства здесь на сегодняшний день нет. И понимаете, вот эти две части, да, мы хотим маленьких страховых взносов, и хотим большую, хорошую пенсию. У молчунов проценты отчисления в накопительную часть урежут по умолчанию. Остальные могут определиться в течение 2013 года и написать заявление. В коммерческих структурах ожидают, что благодаря новому закону клиентов прибавится. Да, поспособствует, потому что к сегодняшнему дню, так либо иначе, в психологии достаточно большого количества россиян уже отложилась вот эта необходимость более активного отношения к своему пенсионному будущему. Между тем, от понижения процентов накопительной части с 6 до 2 гражданин ничего не потеряет. Просто часть денег переведут в страховую часть, и распоряжаться ими будет государство. Впрочем, деньгами молчунов оно распоряжается в полном объеме и сейчас. Новый закон сделает население поактивнее, считают в пенсионном фонде. Например, в Европе о сбережениях на старость люди начинают заботиться намного раньше, чем у нас. Роман Марьяненко, Альберт Полудницын. Информационная программа «День», Екатеринбург.